Ну, это просто нужно снять. Это не Юпитер, не Сатурн. Да здесь я, здесь. Ты мой золотой, ты посмотри, какой ретивый. Заяц, зайчик. Ноль эмоций вообще. Да, за тобой полегче следить, чем за МКС. Не 27 тысяч километров в час. В шлепках каких-то. I see you. Ты куда ж ты так шпаришь-то, а? На восток. Драх на остан. Ты умница какой-то, посмотри. И дыхание не сбил. Все, скрылся за горизонт. А вон и солнышко, чего и ждем. Какая краса! Выдержку уменьшил, потому как ты посмотри, и облачка тебе очень уместно колорита добавляют. Ощущение такое, что мы протуберанцы видим. Но это, конечно, не протуберанцы, это колебания земной атмосферы. Боже, какая красота! Да, до Солнца 150 миллионов километров. Сейчас снимал Юпитер-Сатурн. До них. До одного 840, до другого 1,5 миллиарда километров. То есть, да, в 10 раз на порядок больше. И расстояние до Сатурна с его колечками. Удивительно. Ой, ёлки-палки, классно как. Ладно, не будем жечь фотоаппарат.
или будем. Ладно, не готов я. Жертвовать аппаратурой, так что на нейтралочку. 10 апреля 2021 год, Харьков, 5:57 по Киеву, в Харькове.